композитор, это сталкер в мире звуков. Мне кажется, что это человек, который дает направление, не всегда самое безопасное, но оно может тебя привести к чему-то новому в жизни. Ти пишеш музику для тих інструментів, звучання яких тобі не знайомі. Ну да, это как бы на самом деле абсолютно безумное занятие. Мы можем себе позволить делать вещи, которые до этого были недоступны и непозволительны. Это дает невероятное количество разнообразия. Это то, к чему мы стремимся в музыке тоже. Все искусство постепенно движется к какому-то поиску нашей связи с природой. Сама музыка — это как бы искусство называется, но на самом деле это как сама природа. Это дает нам возможность тоже относиться к музыкальной форме как-то иначе. Я действительно верю, что музыка способна изменить и мышление человека, и жизнь человека. Но музыка не несет в себе информацию. Она несет в себе, скажем так, нечто большее, чем информация. Де ось це більше, як його зрозуміти? А вот это непонятно. Тут в музыке ни с чем непонятно. Ни как ее писать, ни как ее слушать, ни как ее, в принципе, играть, никто не знает. Мы все делаем вид, что мы знаем, и всем кажется, что композитор обладает каким-то сверхзнанием. На самом деле композитор сам особо не понимает многих вещей.